Друзья, всем привет! С вами дневник дезинфектора. Я нахожусь на очередной обработке по клопам. Здесь уже не одна фирма поработала. Люди связались со мной, я приехал, осмотрел и сейчас буду производить обработку. Для этого у меня все готово и хочу вам наглядно показать, где находятся клопы. Ну ладно, каждый по-своему работает. Вот видно яйца белые. Клопов много, а яиц в разы больше. И сколько маленьких ползает. Покажу, как после проливки процесс. Видите, выползает и погибает. Очень много, очень много клопов, очень. Везде вон пораженный. Они продолжают погибать. Пораженный ползает. Все, продолжаем обработку и собираемся на выход.